Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня Сарделькин. Сарделькин сегодня что-то пофармим. Я показал вам вчера, было дофигища трешечка на этом аккаунте. Реально нам повезло. Словил я имбу, словил я ремочку пятую для этой имбы. Теперь надо будет немножко подкачать этого героя. Ну, мне надо сейчас в ближайшее время максимум, по максимуму прокачать хранилище, чтобы можно было дойти до эволюции. Первоначально, наверное, некоторым героям мы даже эволюцию будем делать с помощью самиков. Возможно, посмотрим, как оно будет идти. Так, что тут у нас? Что тут у нас вообще творится? Поехали, посмотрим, что у нас по плюхам. Сегодня карта богатства, кстати, не получал. Пришествие монстров. Так, ну блин, сейчас мы жахнем волну, очень долго будем восстанавливать героя. Ну ладно, ради такого дела я просто сделаю пропуск. Все равно у меня двух. О, отлично. Так, а что у нас? 1850. Так, два строителя свободных. Надо будет как-то разобраться здесь с Растой нормально. Шестнадцатый. О, отлично, смотрите, шестнадцатый. Ничего себе, я скоро даже таблетку они хотят сказать, что получу. Будет жирно. Так, ратушу надо 17 уровня. Какого уровня у меня ратуша? 16, понятно, все с вами, короче. Так, лям 650, надо хранилище маны улучшать. 16, 6. Так, улучшить. Так, ну вроде с этими мелкими разобрались. Угу. Самое главное не забывать тренировать юнитов, потому что с юнитами... И силушка растет, в принципе, как бы можно было бы и силы уже нормально нагнать, у меня хватает ресурсов для того, чтобы нагнать силу, но не хочется разгонять пока силу, надо постепенно все качать. Так, отлично, отлично, надо 16 уровня построить, вот так вот. Так, ускорялка 1,5 ляма, давайте просто для силушки. 4 дня, я офигею. Кстати, карта богатства, ребятушки. Вот теперь у нас есть новый фон. Отлично. Ну, по чуть-чуть, постепенно, как видите. Я думал, что без доната будет посложнее играть. Но я скажу вам так, что по чуть-чуть, по чуть-чуть. Отличненько. Ну, вот так вот теперь все смотрится. По чуть-чуть и без донат нормально набирает обороты. То есть героев более чем достаточно. Надо качать теперь здание. Делать эволюции. Все будет огонь. Так, хорошо, с этим разобрались. Что у нас сегодня тут на рынке? Ну, за 4000 можно карту смены забрать. Отсюда мы... Квастики 38 минут. Так, у нас осталось 2 дня. Я собираю сейчас скин на Махатму. Уже на 3 есть. Будем потом, если что, добивать. Так, по эмблемкам я вам показывал. У меня мега удача. У меня теперь Афина может быть с воодушевлением. И сегодня мы попробуем подкачать Афине просвет и попробовать пройти волну. Так, где там наша Афинка? Вот она. Сейчас придется нам бегать. Нам надо накачать 71 просвета, то есть нам придется сейчас немножко помучиться по рейдам. Пофармить рейды, но от этого никуда не денешься. Тихоша, не убивайте моих героев, изверги. Тут еще один минус без дона. Ой-ой-ой-ой, нифига себе. Блин, вот как без доната? Вот напишите в комментах, как вы фармите золото этот.
Это ж так нудно, наверное. Так, надо сюда вместо... Вместо кого? Вместо Анубиса поставить тыковку. В общем, следующая цель у нас дойти до эволюции. Потому что надо будет очень многое. Вот, отлично. Под разгончиком совсем другое дело. Но вот так вот фармить, конечно, для меня это реально просто убийство. Если я привык, там нажал, и у тебя все зафармлено. На изи просто. А тут, как видите... Вот минус такой тыквы, как у меня, она вот в таких вот ситуациях очень медленно разгоняется. Ну, по сути, все равно, что она без таланта, надо, чтобы ее атаковали. Такс. Вот как только ее атакуют, совсем другое дело. Смотрите, что делается, просто на изи. Так, не сливаться. Вот наша Афинка. Блин, это, конечно, долго. Придется ее качать. Ничего не сделаешь. О, ничего себе. Ну, как обычно, они хотят нас развести на донатик. Но мы, как обычно, не ведемся. Так, у меня смотрителя нет. Просто песня. Вот тут видите, когда башни достают, вот из ворот нормально себя показывают. То есть для подземок мне этого будет хватать вполне. Так, интересно, интересно. В принципе, тут у него таких автопрокеров нет. То чувство, когда у тебя бездонатный аккаунт, это реально вот это вот, чего стоит только прокачать этих героев. Сколько это надо фармить. Минотавра одного выпустил, блин, несчастье. А тут, конечно... Ну, я вам скажу, это все фигня. Вот эти вот орнитоптеры и стрелок помогают нам. Так, отлично. Смотрим дальше. Афинка, Афинка, Афинку я хочу по максимуму качнуть тоже, потому что у нас... Мы посмотрим на пятую эмблемку. 71 просвет надо. А у нас будет 15 энергии в секунду. Ну, в принципе, по идее, этого нам должно хватить. Посмотрим, как оно пойдет. Но я надеюсь на то, что нам реально хватит этого. Блин, так вослилась, ладно. Ради такого стоит пожертвовать. 10 самых. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Если нам не поможет Афина, придется нам все-таки ставить Расту. Ну, я думаю, Афинка должна затащить. Заодно и проверим, хватит ли нам такой сборки. Герои будут, самое основное, что герои будут заряжены. Но, конечно, бы неплохо было бы еще и воодушевление наловить, либо на Афину поставить ладушку. Но это пока мечта. Где ты? Кстати, надо будет героям, думаю, просветы попрокачивать. Ой, это мы будем, ребятушки, с вами долго фармить. Я, наверное, сокращу. Вас избавлю от этого мучения, потому что это долгий фарм. Ну что, ребят, вот я и докачал
Афинку до 71-го, просветика, и сейчас мы попробуем затестить эту имбу. Я не знаю, кого тут поставить сейчас на таблетке, так чтобы было интересно. Надо будет, конечно, героев потом прокачать героям просветики. Так, давайте ставим его так сюда вот. С питомцами все понятно. Это первый герой, которому мы сейчас поставим эмблемку. Так, отлично. Все, есть. Ну что, давайте попробуем. Улучшим. Плюшки нам дали. Так, отлично, семерка. Ну, я потом дальше качать пока не хочу. Такс. Кого нам поставить? Стрелка. Ставим стрелка со стойкостью, пока такой вариант. Попробуем без... Не, без теквы мы не попробуем. Нам Мифрея нужна. Так, тут у нас будет Анубис. В принципе, такой вот вариант. Поехали. Посмотрим, сможем ли мы затащить волну Т. Так, вот она включилась наконец-то, и вот она начала дамажить. Ну, пока первую волну вроде держимся. Сейчас она будет заряжать постепенно каждую эту. Конечно, маловато пятого воодушевления, но все же это лучше, чем ничего. У меня герои смогут получить отхил. И Анубис тоже сможет ударить, видите? Ну, вообще супер. Пока мне этот вариант больше всего нравится. Конечно, сейчас... Не, нормально, нормально. Посмотрите, что кролик делает. Кролик, давай тащи. Блин, жестко. Т4. Сейчас они, как обычно, со стороны где-то зайдут. Не, отлично, зашли. Шансы есть. Конечно, Фрейку нам бы сюда. Так, Анубис, Анубис, шапку, шапку. Ай, блин. Да, без тыковки, конечно, сложновато. Но все равно шансы уже намного лучше, как видите. Ух ты, Атлант нас, конечно, подслил. Так, все, Афина слилась, что ли? Нифига себе. Вот это да, на Атланте слилась. А мы так были близки к победе. Давайте еще. А, блин, надо минимум 8-е воодушевление, тогда будет поинтереснее. Ну и, конечно, надо эволюции. Без эволюции моих героев дамага нет. Но кролик реально очень отлично справляется со своим заданием. Посмотрите, Т3 пройдено. Самое главное, это шапку слить. Видите, а тут Минотавр нас ударил. Эх, обидно. Но уже получше, мне это уже больше нравится. Так, стрелок есть. Вот единственное, что нам мешает, как видите, шапка. Очень мешает. Но Афинка у меня с проклятым доспехом. В принципе, на отражалках... Ой, отлично, Т3 прошли. Она не сольется. Конечно, по дамагу хотелось бы получше. Так. Держимся. Отлично. Т5, ребятушки. Т5 волна. Сейчас у нас драконы зайдут неудачно. Но шанс уже есть. Отлично.
Да, без эволюции, конечно, сложновато, но я думаю, докачаем скоро героев до эволюции, и будет вообще трэш полный. Так, шапка, 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 все. Сейчас мы сольемся. Так, хорошо, давайте попробуем. Уберем седну. Она мне особо поставим фрейм. Попробуем фрейку в деле. Она будет заряжаться у нас, в принципе. Может, где-то и поможет. Ну и плюс выносить героев быстрее будем. Седна тоже классная, но... Так, Т2. Ну я уже вижу разницу. Можете посмотреть предыдущий видос. Мы там пробовали как-то проходить. Реально было сложно. Но сейчас получается у нас фрейка заряженная. Дамажит сразу. Плюс мы сможем держать мессу. Плюс всех остальных. Но, как видите, не успеваем мы все-таки. Со зданиями. Прокачка зданий хромает. Надо лучше качать героев. Ну, стрелок хорошо держится, это радует. Вот шапка опять зарядила, блин, пол карты вынесла. Сейчас подойдет Минотавр, если мы его не убьем. Ну, этого слили Т3. Тут еще один есть у нас плюс. И все-таки не успели. Фрейя сможет задержать дракона подальше, если, конечно, получится. Можно было бы еще и юнитов нанять, чтобы шапка особо здание не сносила. Но у нас нуба база, нуба расстановка, и мы должны тащить. Вот видите, шапка ударила. А нубиса как-то маловато урона. Вроде и прокачанный, надо все-таки качать просветы. А так, в принципе, мне очень нравится Афинка с водушкой. Как себя показывает. Она заряжает всех остальных автопрокеров. Так. Т3. Ой, отлично. Правда, ничего не осталось практически. Да, тут без вариантов. Давайте попробуем такой вариант. Мясокомбинат. Попробуем здание поближе поставить. С одной стороны Фрейя и хорошо, с другой стороны на ней просто зависают на этих и могут нас подслить. Так, отлично. Ну опять шапка ударила, там или Минотавр. Пол здания у нас вынесли, не опять, чуть-чуть нам не хватает. Т4, ну уже показатель есть. Волна Т4. До Т5 дошли там до драконов, да? Блин, вот не хватает урона, заметно, что надо делать эволюции. Герои без эволюции, конечно. Опять шапка ударила. Т3. Так, вот тут хорошо зашли. Отлично. Т4, ребятушки, это вызов. Т5. Блин, с шапкой драконы. Ах, подгорает уже. Почти. О, тут вообще такой заход был неудачный. Не знаю, хоть бы до Т3 выжили.
Но видите, посмотрите на кролика. Как обалденно работает кролик. Вот нереально круто он смотрится. Посмотрите, что он делает. Т3 прошли. Я буду ржать, если мы сейчас еще Т4 затащим. Ну, сейчас они, как назло, выйдут все снизу. Нет? Да ладно! Да ладно! Ребятушки, вот так вот Т-волна пройдена, сарделька тащит. В общем, не зря я сегодня мучился, фармил. Можете меня поздравить. Мы дошли до двойных волн. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Сейчас я еще заберу плюшку. Получить, конечно же, пришествие прошел. Так, это можно оставить. Так, на парящий чик. Зефирка. Отлично. Сколько у нас там было ее? Уже 5. Обалдеть. Так, войди в игру, давайте отсюда плюхи заберем. В общем, такой вот трешечок, блин, круто. Я рад, что мы фармим, начали фармить. Так, забрать сегодня, блин, я же завтыкал. Теперь будем получать все время одну и ту же награду. Короче, сделал я хрень, надо было не забирать 5-й день. Такс. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Все как всегда. Всем удачи, всем пока.